Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу, Святому и Истинному! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую именем Господним, именем Спасителя нашего Иисуса Христа. Как и обещал, в 17:00 снова у нас эфир. Я провожу прямые эфиры, то вместе с нашим благочином был, отцом Алексеем, нашим священником здесь, в Киеве. Потом второй уже раз сам проводил. И сегодня продолжение. Тоже буду сегодня я сам. И если братья только вот по телефону подсоединятся. Вот, и сейчас, да, я... Так, наверное, сейчас сделаю... Так, а где здесь? Поделиться, вот, поделиться. Сейчас, дорогие друзья, я здесь отправляю, эту трансляцию сейчас в социальной сети. Да, вот так, вот, делюсь, слава Богу. Ну, так вот получается все. Да, пусть народ слушает, вразумляется, назидается. Да, вот так вот. Так, где мой Facebook? Вот. Вот так вот. Так, отметить. Даже и друзей можно отметить. Так. И отец Алексей, наш прошак. Отец Алексей наш сегодня на смене. Он работает. Вот. Так, поделился публикация. Все, отлично. Вот так. Так что теперь в социальных сетях уже есть информация об этом, об этой трансляции. Хотя я и заранее тоже публиковал, конечно. Сейчас, секундочку, еще здесь посмотрим, что у нас здесь. Универсально все получается. А, я там даже сюда возьму ноутбук лучше, чем тянуться туда. Вот так вот. О, хорошо. Да, друзья. Вот так вот. Всех приветствую. Паки и паки. Как говорится, снова и снова. Приветствую именем Господним. Сейчас у нас трансляция. Эта трансляция сегодня, 15 ноября, как и предыдущие трансляции, вот, 13 числа, ну и перед тем тоже я об этом немного говорил, особенно 13 и 14, вот предыдущие две трансляции. Так, что-то я не вижу, честно говоря, почему она приостановлена. Трансляция написана приостановлена. Хотя здесь я вижу, что она идет. Как-то странно все. Вот. Ну, да, почему-то братья и сестры здесь не видят. Вот тоже мне сообщают. Так. Так. И как же сделать? Нет, это не то. Так, сейчас по новой наберу. Вот такая маленькая заминка вышла у нас. Назову церковь. Церковь непрестанно реформируется. Вот. Это слова, кстати, святых Киприана Карфагенского. Вот. Так. Что-то я за главными буквами все. Так, архиепископ.
Так, назовем так С. Журавлев. Ну, ваш покорный слуга. Так, открытый доступ. Все вроде бы верно. Так, смайл. Написано «Улыбнитесь». И запускаем прямой эфир. Так. Вот сейчас должно быть без заминок уже. Так, посмотрим. Трансляция. Так. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Так. А здесь начну по новой.